Что такое сущность? Сущность — это, по сути, сколько, какое число, да, например, число 5. У него сущность — это пятерка. А вот форма зависит от контекста. Например, ну, это как одежда у человека. То есть, если у него, он дома, у него домашняя одежда, да? Если он пошел гулять, у него прогулочная одежда, так? Какая-то, да, городская, на выход. Если он пошел в футбол играть, у него спортивная одежда. Или спортивная форма, так? То есть в зависимости от того, какой контекст, куда он идет, у него разная форма, да? Числа, они в математике тоже имеют разную форму, как одежду. То есть они могут переодеваться. Ну, хотя, если обратить внимание, допустим, ты пошел дома в одежде, это все равно ты. Да? Пошел ты на футбол, хоть ты выглядишь по-другому, ты одет в футбольную одежду, но это все равно тоже ты. Да? То есть сущность тебя осталась. Изменилась только твоя форма. Также и математики. Числа могут иметь сущность и форму. То есть я пятерку могу записать в такой форме. Ну, допустим, 5 первых. Могу? Записал. Могу записать вот так, как 3 плюс 2. Могу? Могу. В виде суммы представить. Могу представить в виде... разности, там, я не знаю, допустим, 7 минус 2. Но это тоже пятерка, да? Могу вот так вот 4,3, да? В виде смешанной дроби. Могу представить так, 10 вторых, да? Ну и так далее. Этих форм может быть бесконечное число. Все зависит от обстановки. Да? Да, что с ними? То есть, где мне удобно, такая более рабочая форма, да? Вот так же здесь. Видишь, мне надо из 7 отнять 1/4. Так, ты такой, ага, обстановка. Обстановка какая? Надо отнимать дробь. Чтобы отнимать дробь, нужно число переодеть в другую одежду. Придать ей другую форму. Дробную. Вот смешанная дробь. То есть я вот... Да, вот семерка, здесь это 6,4, да? Но я понимаю, что 6,4 это та же самая семерка. Да, в другой форме. Но сущность-то не поменялась. Вот. То есть, если бы я ее записал, ну, например, как, не знаю, там, семерку как 9 минус 2, ну, это неподходящая форма. Да? Ну, нам эта форма здесь не нужна. А вот форма смешанной дроби очень даже кстати. Да, и поэтому, да, здесь уже отнимать легче. Уже легче. Так же, как в футбол, ты одеваешь именно футбольную одежду, чтобы тебе было легче играть. Да? Да, или там пошел, там, не знаю, карате заниматься, кимоно одел, да? Но заметь, если ты пойдешь на карате, да, да, если ты пойдешь на карате в футбольных бутсах и в шортах, ну, не так удобно это будет. А кому-то будет больно.
Да. Поэтому, да. Вот, поэтому у нас 6,4, у нас получается, и отнимаем, остается 6,3. Так. Ну, 4 минус 1 оказалось 3. Отняли уже. То есть мы уже начали играть в футбол. Голы стали забивать. Немножко уловил, что такое сущность и форма.